Окей, Александр, осталось 15 минут. 15 минут.
Вот что-то слышу. Теперь самый быстрый круг показал Воронин. 2:18.43. Ну, кружочек один успеешь? Выход из бокса свободен, газ. Синий флаг. Но под сброс газа езжай. Слева чисто. Ну и все. Не рублю. Ну, машина настройки тут. Надо вкатываться, надо искать, да. На старый, что ли? А новый что не хочешь, до 3200 бросить нельзя? Учится. Нет, нет, ну пока только видишь этот сдал площадку. А ты не помнишь, у вас не было такого, что отдельная площадка сдается, отдельно город? Купил. Я на седьмое место проехал на первом же круге. Это ну подквальное время. Ты же, по-моему, здесь же ты ездил на этой трассе. По-моему, вот. Когда нас выкинуло на старте-то. Перед стартом прям. Да, по-моему. Много. Да. Короче, 2:19.3 могу проехать. 2:19.5 могу проехать. Так, что у нас там будет? Часовая гонка.
посчитаем. Пусть 2.20. Ну, пусть 2.21 время. Литров 3. 2. 30 минут. 45 литров достаточно будет. Типа пишет, да. Но тут тоже вариант, можно залить, например, 50, там, проехать и ехать уже до этого, ну, там, до конца, то есть чуть побольше залить, чтобы чуть побольше заехать, например. Да. Да я тоже не особо не катал, бери люк, да, бери сейф, либо эндурс, не знаю, смотри сам тут. Я скидываю сзади один, впереди два. У меня всегда задние не догреваются. Так. Да, смотри сам, сколько тут уж. Это шквал. Ну, считай, что у тебя расход 4 литра на круг. А, 3,6 литра. Нет, тогда 45 мало. Там надо 50 лить. 55. 55 лей, короче, на старте. Даже, наверное, мало будет, надо даже, наверное, 3 клика скидывать. Да, там, смотри, на 18 настройки, тут 24, плюс 6, соответственно, 3 клика можно скидывать спокойно. Один мало будет. Ну, посмотрим сейчас, если что-то. Ну, особо на прогревочном круге не атакую, ты шины убиваешь, поэтому лучше спокойно ехать и греть, и без всяких скольжений, заносов, по ребрике не заезжай. Это же организует ивенты сейфтикаром. Не вчера была гонка сейфтикаром. Ну, не знаю, выезжал, не выезжал, но вчера была. Ну, и до этого тоже были. Ну хотя нет, газ в полукруг заходит она нормально.
точка 80. Температура трека увеличивается. Сейчас 31 градусов по Цельсию. Ну нет, также 30 пока. 10. А, нет, вру. 20. Я не так посмотрел. Да, 25-31 стало, была 24-30. Ну, у меня сейчас 26.9 передний. Это я на три. На... А, ну... 12 место. Ты на три клика сбросил. Давай, все, на пит-стоп и заново. Еще время есть. Ну, в смысле, ты эскейпом выходишь в бокс, он тебе как новый. Ну, в бокс заходи. Да, конечно. А ты что, не знал, что ли? Ты что это? Выезд свободен, пошел. Твои тормоза холодные, аккуратно. Новый самый быстрый круг поставил Воронин. 2.17.82. Александр, у тебя там было немного повреждений кузова. Мы с Нестеровым одно и то же время, одинаковое. Прям, ну, тысячное в тысячное.
отрезками, круг не засчитан. Нет, кстати, она нормально на пятый в красную воду заходит. Время последнего круга соперника позади составляет 2:22.10. Выход свободен. Смотри на линию приборов. Но я сейчас поеду на последний круг перед самым лагом красным. Ну, последняя попытка будет подняться хоть чуть-чуть, потому что я реально, ну, могу еще 30-ки точно снимать спокойно. Ну, должен. Их. На Endurance едешь на стройке? На Endurance едешь на стройке? Точнее, eSports. Ну, нафига, если у тебя вката нет? Ставь сейф. Зачем ты? Ну, ставь всегда сейф. Зачем ты на eSports уходишь? А зачем? Тут ты больше мучаешься, чем едешь. Ну, как бы, тут дело же не в том, что попало, а в том, что нормально ехать, чтобы. На гонках по-любому сейф ставь.
Блин. 2 секунды сня... 2 десятых снимал, проиграл. Прохерил. Кого? Левый длинный, который этот затяжной. Да, газ в пол проходит. Нет, нет, я просто проиграл две десятки по глупости, поэтому. Так. Короче, я буду лить из 30 минут, я залью 55 литров, там сколько хватит, настолько хватит, там буду заезжать уже. И топливо добавлю тоже. Так, 50, 90 это, ну 60 это надо 120, 100 литров, 45, ну 50 еще залью. Там потом уже откорректирую. Даже я снял еще 3 десятки, но был бы на 8 месте. Ну, точнее, мог снять 3 десятки. Незначительные аэродинамические повреждения. Температура трека 31. Температура воздуха 25 градусов по Цельсию. А подожди, подожди, заправка запрещена, написано. Неактивный рефуэл. Или это, слушай, я не понял. Кто знает, нафиг залью-ка я лучше этот. Да. Не знаю, я стою 110, 115 залью, 110 залью. 110 залью. Я, ну, я, кстати, не знаю, рефуэл неактивно, значит, наверное, запрещена. Или возможно, но не обязательно. Что-то я не помню этот момент. По полном баке поедем. Yeah.
Конечно, 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 конечно. Ну вот видишь, дозаправка я, ну то есть и требования, но насчет заправки я что-то не уверен. Ну, можно или нельзя заправляться? Ну да. Ну да. Тут же звуки записывали с реальных машин. Какой S02 подгружал? Ну что, Action 6.3 стоит. Я вроде не менял его. Следуй за номером 07. Ладно, выжить в первом круге, о первом круге. Потому что завал запросто может случиться после красной воды.
Угу. Да, тебя тоже. Слева машина, чисто слева. Слева. Угу. Слева чисто. Ну, у нас все нормально. Машина слева. Чисто слева. Пока нормально, пока держимся. Первый контакт. Чисто справа. Не режь, желтый флаг. Нормально тебя жмухануло, Александр. Борись до конца. Зеленый флаг, все чисто. Ну, нормально, едем паровозиком. Угу. Вак. Ты даешь. Ошибся, чуть меня не подставил, другого чувака не подставил. Ну, ну не я же, другой кто-то там, Малахов.
Проехал за 2.18.88. Еще так пару раз можно и штраф получить. Ну давай, братани меня еще. Дурачок какой-то. Вот-вот. Ну ты что делаешь? Thank you.
Больше так не надо. Блин. Не, не держимся. Вообще вы просто в наглую выдавливают с трассы и все. Может, без стоп заезжал? У него зеленый нет? Нет. Угу. 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 О, Гольцев убился. Гольцев. В красной воде мы с ним вот 15 минут боролись без конца. Он за мной был. Ну, позади меня. Вот, и убился. Хорошо так убился. Thank you.
Александр, не обращай внимания на этого барана в зеркале. Держи траекторию, блокируй его, и все. 21-я позиция. Стюарды предупредили нас, чтобы ты не срезал. Держись в пределах полотна. Давай, продолжай бороться. Разница с Дэн. Впереди отрывается сейчас 0.7. Ну, главное, да, сколько? Три предупреждения? Ну это ладно, это пофиг. Ебашь сильнее. Машина справа. Справа чисто. Больше не режь. Машина позади в пятах. Желтый флаг во втором секторе. Желтый флаг. Я его развернул. Но он меня вытеснил, выбил, по сути дела. Из-за этого затормозил на повороте. И медленно поехал, а я на нормальной скорости был. И в него этот. Ну, если бы. Да потому что ехать нормально надо. Зачем выдавливать? Зачем бортовать? Напишет претензии, я операцию подам, кого как он себя ведет. Нахер так делать? Thank you.
Еще один такой же. Разница с Дэн. Впереди идущий сейчас 4,7 секунд. Что-то со второй позиции. Секторе чисто. У меня уже 3 срезки. Еще одна срезка будет драйв-тру. Ну. Да, там в борьбе на этот насобирал. Что-то носить начинает уже. Теперь самый быстрый круг показал Воронин. 2.18.62. Время до Дэн. Впереди идущий сейчас 5,5 секунд. Угу. У меня топлива осталось 70 литров. Вообще, топлива дофига. Значит, 70 еще осталось. Ага, ну, в общем, много залили.
После поворота или после заезда, прямо перед... Ну, да, то есть ты значит, все равно влево поворачиваешь, немножко прямо едешь, а прямо перед началом боксов. Сейчас смотри, секундочку. Вы еще раз? Меня очень сильно откинуло назад. Будто бы это слишком долго я стоял, что ли, мне это Сапель, Сведения, в тот день тоже рядышком уже. Это я как-то лоханулся с пидстопом, что ли. Следи за скоростью, не превышай ограничения в боксах. Нет. Белый. Да. Лидер в питлейне. Прошли половину гонки, топливо в ноль. На выходе из бокса все чисто. Синий флаг, резина холодная, осторожно.
Ай, все. Все, я убился. Угу. В десятки мог приехать. Ну, после красной воды напрямую не удержался. На 2 минуты ремонт. Разрыв впереди увеличился до 3,6 секунд. Время круга 2:21.76.
осталось половина топлива. Возвращается на трассу. Окей, Александр, расслабься, сфокусируйся и накатывай. Осталось 20 минут. Повторяю, осталось 20 минут. Стюарды предупредили нас, чтобы ты не срезал. Держись в пределах полотна. Разрыв впереди сейчас. 2.5. Ой, что-то я тебя подставил, да, немного? Я тебя этот буду сейчас... Тришинок открыт... А, блин, Тришин же я убил. Думал, сейчас не буду Тришу накрыть, а он меня сам вынесет сейчас. Все будут крыться. Да-да-да. Да-да, я так хотел тебя крыть от следующего, но, блин, тут... Ой, тут и Тришин, и Гольцев. Гольцев сам, конечно, убился, но... Я там тоже рядышком был. Да, я там рядышком был. Еще 18 минут. А, хотя бы 26-м приеду. Да. Угу. Отлично. Желтый флаг будет внимательно. Саня, тащи. Позицию надо. Зеленый флаг чистый. Ладно, я тебя через круг подожду. Еще раз. Да, для пущей этого. Да, для комбо.
Сейчас еще скорость превышена на питлейне. Еще стоп and go 30 секунд будет. Выехал за пределы трассы. Целых 70 секунд. Слушай, тебя не смогу подождать, потому что там 27-й накатывает. Я уж не буду ему позицию отдавать. В секторе желтый, в первом.
А, да, короче, это боксы. Давай, Саня, прессуй, прессуй, дави, дави. Он ошибется. Красная метка слева на стене. С левой стороны на заборе есть красная метка. Красная, вот от нее тормозишь в первом повороте. Она ровно между 50 и 100. То ли какой-то красный вымпел, то ли флаг висит. Но Гольцев быстрый, ему не зазорно проиграть. Гольцев восьмым ехал со мной. Он ошибся там, вылетел, так что
Кольцо можно пропустить, а вот три, а вот Шешина, нет, Шешина надо добивать. Вот сейчас обрати внимание, слева между осечками есть красная метка. Ага, и ныряешь, все, вот. Ну ты правильно, правильно тормозил. Ну посмотри, слева там видно прям красную метку на заборе. За Гольцевым попробуй, но сейчас по-любому Шершина догонит. Там много аэродинамических повреждений, и кузов выглядит хуёвенько. Зелёный флаг, все чисто. Окей, Александр, следующая машина — это Курт. Передние колеса блокируются на входе в Укэмэл. А ты как там? Что-то я не видел. Красная вода, что ли? Терпи, доезжай как есть. Там тем более он буквально в боксы доехал. Так, пойду-ка я тоже выйду. Попробуем до финиша доехать. Машина справа. Я бы 27 за что тебе. Это много. Очень, очень много. Ну да, да. А?
Ой, блин. А я... А я как раз базу выключил, думаю, что у меня не зажигает. Не рулится. Да, я базу уже выключил. Сейчас без этого поеду, без фидбэка. А, нет, фидбэка. А, да, без фидбэка, ага. Я еще скорость превысил. Больше так не надо. Ладно, сейчас. Ой, такая база прикольная, без фидбэка вообще. Ой, не могу, вообще без фидбэка непонятно, как ехать. У меня 60. Конечно. Конечно, в поиске вводишь ACC, Full, калькулятор, Google Play, он тебе выдаст кучу ссылок разных. Конечно. Ты чё? Ем. Ну, типа физика, ну, не настолько круче физика, насколько хуже графика. И ой, насколько хуже для россиян монетизация. Там все платно. Там подписка, во-первых. Во-вторых, весь контент платный практически. Ну, там чисто, да, ну, там то, что много дисциплин разных, много разных классов. То есть здесь вот этот монокласс, по сути. Вот, а там мульти, а там все классы, как в первом курсе. Вот, но физика там хорошая, но графон дурацкий. А-а. Там очень большое комьюнити международное, хорошее. Там очень высокий уровень соперничества. Молодец, хорошо финишировал. Ну, 21-й нормально. Вообще хорош. Вообще хорош. Да. Ну, значит, он заехал на питы и потом жал, не теряя времени. А вот. Ты же тоже теряешь время, если едешь 2.22, а у них вот 2.22 секунды, там 10 кругов, он 20 секунд уже отыграл чисто за счет скорости. Да, я там уже это. Нет, ладно. Хер с ним, как было, так было. Не удалось сегодня. Да, да, да. Да, наверное. Там этот будет. Поль Рикар. Давай, пока.